веточка для кота. Чтобы что делать? Вычесывать шерсть. Или остатки шерсти старой. Для вычесывания кота. Знаете, открывается. Силиконовая. И ткань, да? На правую. Собирает. Надо на кота попробовать. Как вот это покрытие называется? Сетчатая ткань там просто должна быть. Сетчатая ткань. Ну, не знаю, посмотрим, как будет. Давай сейчас почухаю кота и посмотрим, что там соберется. Ну, давай. Говори, сколько раз гладила? 2 раза по шерсти. Пойдем. Коту очень понравилось ощущение. Сюда, нога,